Заходите. Тавур, заходи. Арно так и сказал, она сразу увидит. От кого кули, дети? От... Дедуля Владимир, да ты ж моя умничка. Дедуля Владимир, Зоя. Как бабуля? Зоя. Бабуля Зоя. Вот что у нас дети увидели. У нас пришла посылка от дедули и бабули. Класс, руки мыть. Глин, 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 а? Ничего. Мама все отремонтирует, отнеси маме к ателье, пожалуйста. Да ты ж моя звезда. Руки мыть, дети, руки мыть. Ты мой сладкий, мамку нахваливает. Алёх, варенькли. Смотри, оп. Так, тогда на пол поставим, будет проще намокнуть стол. На стирах. Я вот так, здесь вот. Готовы, дети? Так, ручка, не спеши. Я сейчас буду аккуратненько. Давай, открывай, открывай. Ла-ла-ла, как всегда, дедуля, как я всегда. Как всегда. Садись, Рафуль. Садись здесь. Али, мама будет доставать по одному? Смотреть, что это? О, какие джинсы. Мои? На папу маленькие будут. На Рафаэля. Да-да, твои. Большие, но они подрастешь, правильно? Доставай следующий. Иша. Это кому? Открывай, открывай. Открывай. Бумажка. Это кому? Садись, Алиса, мы тебя не видим. Алиса. Подвигайся к маме. Рафуль, подвигайся к маме. Алисе. Вот такую кофточку. Дальше. Рафаэль. Это Рафаэлю кофточку. Рафаэль, доставай тоже. Да ты ж моя хозяйка. Саша, это Алиса. Откуда ты знаешь, что это Алиса? А, красота. Алиса, Алиса, подожди, один по одному. Вот так. Алиса. Алисе вот такие красивые джинсики. Дальше. А мама. Это точно маме? Маме. Откуда ты знаешь, что это маме? Барби. Арно мне говорит, я обязана пойти на работу, потому что меня на работе прозвали Барби, из-за того, что я розовая ношу. Ну спасибо, дедуля бабуля. Мог Рафаэль? Наш ходим. Рафаэль. Это Рафаэль? О, какая красивая панда. А это кому? Алекс, по одному. Давай, давай, держи. Так, это кому показывай? Али, мама. А, это маме. Вот, ну хоть без Барби маме. Это маме такой красивой кофточкой. А папа. Это папе? Нет, Рафаэль на вырос немножко. Рафаэль рубашечку. Еще не из Рафаэля. Так, это кому? Давай посмотрим. Так, я сейчас вам говорю, после них показ, потому что ничего не видно. Это Рафаэльчику красивая такая рубашка, прям моднячая, обалдеть. Дальше.
О, это тоже Рафаэльчику. Шикарная какая, смотри, какая шикарная. Класс какая. Обалдеть. Ну ты пацан будешь на дня, читай Алисе. Алиса. Это Алисе? Ой, ты звезда мамина. Розовенькая, блескучая, как и мама. Давай свечами, ладно, показывай, что это. Это машинка, это папе машинка, Рафаэль. А, это папе машина, да? Папе отдаёт? Да, да. Точно? Ты уверен? Не хочешь ли? Маша Селя. Не знаю, это может и Дед Мороз, да, тебе дал? Да, это консель, может, тебе твою. Рафаэльку, так что подожди, Ларис, вот такую красивую машинку, Рафаэльку, прям сейчас будем открывать, мигает и все остальное. Держи возле тебя игрушки. И за собой. А, ну каждому по одной машинке. Ооо, еще одна машинка, чтобы завистненько не завидовали между собой. Ты пупырный сосед. Это что? Я так и не знаю. Сосед. Всякие куколки этих, про маленьких, как их называют, ведьмочек. Ой, довольная. Спасибо. Да, да. И батарейки в запас. Машинка. Ну, дедули, бабули. Ну да. Ну они у нас молодцы, конечно. Какие они у нас молодцы, дедули, бабули. Подожди, по одному. Ну-ка, покажи маме, что это. А, это делает? Ух ты! А это шица этого, бизунокс, маленький, такой, мишунка, мишку. Бизунокс. Бизунокс. О, с военной машины. Это Рафаэль, можно я покажу, Рафаэль? Военные всякие машины, Рафаэль, класс. Держи. Ладно, возле тебя Алиса, ну конечно, подожди, сначала коробочку твою посмотрим. Это так, а не, Алиса, не тебе, это маме чай. Всякую. Это чай маме. Ты... Не открывай, хорошо, что ты не открыла, ты его рассыпала весь его. Ага. Как красивая коробочка, люблю коробочки. А там люблю. Потом, давай сначала откроем все, что есть. Всякую. Шоколадца, ну. А вы себе шоколадца. А, это, наверное, шоколад, да. Так, это тут шоколад, по-моему, сейчас проверим. В таких красивых упаковочках. Разные шоколадные конфетки. Целый набор конфет. А пахнут как вкусно. Красиво. Такие каждому по одному. Маме и папе. Ну не маме детям. Папа. Это не Рафаэль и Алисе, нет? Сиси по кифоли за дюйт. Так, шоколадные конфетки. Дальше. Открывай. Сиси по папа сейчас. Нет. Это бомбон. Я на Ампу Рафаэль и Ампу Рафаэль. Моя на Алисе и Рафаэль. Бабушка и дедушка, привези мне эту мать, потому что любит меня. Какая шикарная вещь. Какая шикарная вещь. Папи и мами, но порты с тешер паску мэмми. Шикарно. Сэмэр нуар, чёрное море. А это смешарики. Кто какую берёт-то? Сюртур. Сюртур. Игры, изучай страны и столицы мира, флаги, страны, города. А, еще такие красивые. А кто же помог? А это Рафаэлю. А, Рафаэль. А, то все, это была Алисе, две футболки, а это Рафаэлю. Любимый внук. А, ты видел Рафаэль? Хоть и там, ну, титфис преферис марк. А это Черное море, Ла Мер Нуар. Сочи, Анапа, Геленджик, Архипоосиловка, Небу, Кабардинка, Дивноморская, Лазаревская. Обалдеть. Обалдеть все города. Ну теперь точно мы уж будем знать, что какие города есть, картинки, и поедем на Черное море. Поедем? Да. Открывай. Спуки. Это Алисе на вырост. Да. Два. Ой, да. Какая моднячая клариночка, какие классные. Обалдеть. Ну давай дальше, Рафуль, тебе ты. А он мне говорит, там ничего хрупкого нет, действительно, может там что-то хрупкое. Это Алисе носочки тепленькие, видела, как красота розовенькая тебе. Спасибо.
Это. Дальше. Ой, шапочка, ты шапочка, шапочка. Мери шапочку. Она одевай, красивая. Одевай. Одевай. Какая повязочка моднячая. Класс, Алискин. Смотри, какая повязочка классная. Нет, это на голову одевай. Ой, перчаточки. У нас как раз перчаточек нету, Алиски. Класс, то, что нужно. Какие блестящие. Держи, Алиски. А это что? А, авторучка. Какая прикольная. Обалдеть. Бижутерия. Можно я посмотрю? Подожди. Алиса. Алис. Ой, Алис, тут даже на твое имя написано. Алиса. Разная бижутерия. И смотри, какая красивая шапочка. Обалдеть. Спасибо. Ну-ка, одевай, одевай, посмотрим. Одевай шапочку. Класс! Алиска! Ну, звезда! Ну, звезда! Рафа, твоя очередь, дальше. О, о, сосом попаса, ну? А, нет, Рафаэльчику. Пижамка, музыка, гитара. Класс! Рафаэльки, это гитары. Классно. Упала оклеечка, смотри, упала на пол. Аккуратненько. Рафуль. Открывай еще дальше. Держи. Аня, давай я сначала достать. Папа правильно говорит, может там все хрупкое. Упс, упс, упс. Вот видишь? Вот прям. Держи. Та ручка, грузовичок. Какая шапка прикольная. Серегулюса. Держи. Сейбу. Перчатки тебе, Рафуль, тоже. Я решу с Беллой. Татьяна, да, я вкусаю. Я решу с Беллой. О, тебе браслет, какой моднячий, Рафик. Последовательно. Да, класс. И смотри, какие носочки тепленькие. Вместо тапочек. Опаздышу сет, мамоль дуавик. Я говорю, вместо тапочек. Мама с таких спит, розы, в прошлом году прислали, видели бабуль. Вот отсюда бери, пожалуйста. Угу. Тебе помочь? А, ты сам уже все сделал. Это папуля. Папуля, где папочка? Давай сей. Сейлю, мама. А, да, сейлю. Что ты, я подвижу спожить за бальному. Ой, я пивку шот. А? Это, наверное, Алисе такая красивая пижамка. А! Мама. Ой, все. Ой, мы все летали, а вас такой настолько. Рожик оси. Да, ну, все вам. Тюбь, я раз, тюбь. Папуля уже приодел свою кофточку. Хорошая, тепленькая кофточка. Спасибо, не дури, бабушка. А мы сам левом плюс. А, ну довольно еще рукавчики снимаются. Он любит без рукавочки. Ну угодили, зятю, ну угодили. Пижамка Алисина, тоже морская тема. Сердечками заодно. Дальше, вон тут пакетик. Вставай, да. Вот умничка. Ой, а бижутерию ты нацепила, смотри. А, ты думаешь, там что-то. Давай посмотрим, что там. Оп. О, еще носочки тебе, Алис, смотри. Ой, держи. Какие красивенькие, тепленькие. Тебе тоже. Ой. Пойди сюда, если хочешь. Да, ой. А это вам открыточки. Я свинка, очень чредая. Хрю-хрю-хрю. Я счастье, удачу подарю. Какие красивые, мелкие открыточки. А это, опля, с рук вылетает. Удачи, успехов, улыбок и смеха. Смотрите, какая прелесть. Ну, это я поставлю себе для декорации такие. Лица с поля деку сижу ли. Алло. Клёвый племянник. Ну это дядя вам прислал, дети. Шибуки. Спорвай. Ой, он прислал. Сисики. Си дядя Алексей. Сири Тонтон Алексей. Ли папа до Дмитрий. Дядя. Дядя. Дядя Лёша. Дядя Лёша. Вау. Спасибо, братишка. Так, а тебе, Алис? Открыл, а что ты? Давай, что ты будешь? Сейбу. А, второй тебе, Алекс, тоже.
А это кому? Это маме, наверное, Барби. Да, мама. Держи. Спасибо. Что там еще книжки? Что там готовят? А, календарь. Природа Краснодарского края. А, это для меня. Наверное. Ребят, тебе тогда отдам. Можешь сюда. Календарь разные. А это тебе звезда. Спасибо. Плюс и для шансов. Краснодарский край. Сыщу, птица. Маши, ну то они. Ёлка, туса, сам там есть? Там, где мама живет. Жила, точнее. Да, да. А еще есть, доставай, доставай. Я уже не видела, там еще кто-то есть. Нерви, 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 да, аккуратненько. Волшебных чудес и подарков. Держи, котик. Спасибо. Ну, класс. Там еще рафаль тебе, смотри. Открывай. Оп! Ну, блин, ну, блин. Забаловали. Всякие разукрашки. Вертолеты. Класс. Наклеечки всякие. Ну, держи, рафалька. Держи, это твое тоже. Дети, что говорят, дедули, бабули, дяди? Спасибо. Спасибо. Бабули, дядя. Леша. Спасибо. Спасибо большое, как всегда побаловали нас, как всегда. Хороший Дед Мороз у нас русский пришел, принес нам подарочки от Ёлки. Хоу, хоу, хоу. Да, он умрет. О, да, да. О, но. Поженяк, Стефа. Ну, побаловали деда с бабой, а? Дедуля, бабуля дают. Все, музыка, функа. Да-да-да-да. Сам, а, давай-давай. Ну, все, развлечение. Брейк-дэнса. Держи, Алис. Ne me faites pas mentir cette année, s'il vous plaît. Alors maintenant, on va parler un petit peu technique, une petite polémique en ce qui concerne Reine Wesley, Anton et Nathalie.
très dangereux. Ah, si c'est très, très, très dangereux, je commence à être curieux, moi. C'est quoi comme numéro? Je suis un lanceur de couteaux. Waouh, un lanceur de couteaux. Alors ça, on n'a jamais vu au cirque de Noël de Toulouse. C'est la première fois. C'est parfait. Si, si. Et vous savez quoi? Ici, nous avons que des professionnels. Oh, no, no.